друзья, с вами Юлия Полянская и Мир Голоса, и в этом видео я завершаю обзор видов акустики и как вокалист может использовать эту акустику для себя, а также завершаю обзор моих советов о том, как можно справиться с трудностями различных видов акустики вашего помещения, пространства, где вы выступаете. И сейчас мы вспомним о том, что существуют открытые пространства. Да, мы уже перечислили, что акустика бывает глухая, акустика бывает банная. И вот, наконец, открытое пространство, то есть практически акустики-то никакой. Мне приходилось испытывать такую акустику, вот у меня был собственный интерес к этому, когда я была в горах. Мне всегда мечталось побывать в горах и громко-громко крикнуть там, чтобы эхо было. Меня исполнилось желание побывать в пустыне, в настоящей пустыне, где нет вообще никого и ничего. И также мне посчастливилось побывать в открытом пространстве моря. Сейчас я расскажу о своих ощущениях. И казалось бы, да, когда в фильмах показывают, человек закричал в горах, и так это классно, все отразилось от гор, эхо полетело по ущелью, да, и так как-то чувствуешь себя мощно, да, что твой голос летит, отражается в мире, по планете, да. К сожалению, это было не так. Когда я крикнула «Хей!», я уж не помню, что я там крикнула, но идея была такая. Когда я прокричала нечто, ощущение было, что у меня вообще нет голоса, и меня вообще никто не слышит. То есть необходимо было... И эхо там тоже не было. Потому что, чтобы эхо вызвать, нужно бы... необходимо было как минимум в 3-5 раз увеличить силу звучания, чтобы доораться до соседних гор, и там, наконец, эхо приняло бы мой сигнал. Вот. Примерно такая же история произошла в пустыне, сидя на бархане. То есть я вознамерилась попеть что-нибудь громко и так ярко и мощно, но ветром этот звук совершенно, так сказать, уносило очень легко и быстро, и никакого кайфа от своего звучания я, честно говоря, не получила. Было ощущение, что голос заканчивается прямо здесь, и дальше нет ничего. И последнее пение в море, то есть я была когда в Италии, мне была мечта посетить Италию, потому что это родина вокала, мне очень важно было как бы проехаться по местам вокальной славы, да, увидеть театр Ла Скала, ну и, конечно же, встретиться с замечательным морем. С распростертыми объятиями я вышла вечером к морю, такой пирс был, прямо вклинилась внутрь моря на несколько шагов глубину, и, конечно же, опять же, никакого кайфа не было, потому что шум волн был настолько мощным, что он перекрывал в разы мой звук. Таким образом, становится понятно, что чтобы быть таким глашатаем, которого слышно на площади, да, или это, допустим, театральные подмостки, да, где ты работаешь без микрофона, или это открытые площадки, народное гуляние, где вы работаете с микрофоном, но это огромная площадь и толпа народу, которая вас окружает. Нужно быть готовыми к тому, что ваш звук к вам назад может не вернуться, и у вас контроль будет совершенно нарушен над звуком, да, над качеством звука, над тембром, над звуковысотностью, да, частотой интонации. То есть практически это одно, что необходимо контролировать, опять же, с помощью мышечной памяти и хорошей подготовки предварительной. А тут еще скрывается один момент очень важный, что когда человек себя не слышит, первое, что он хочет, опять же, это инстинктивно получается, перекричать пространство, перекричать себя, повысить голос, увеличить силу звучания. И тут есть вот этот подводный камень, как только вы начинаете прокрикивать это пространство, да, вы, во-первых, теряете свой ресурс очень быстро, мышцы начинают уставать, голос начинает скрипеть, и через пару песен у вас уже петь практически нечем. Во-вторых, очень сильно это слышно со стороны публики, то есть форсирующий человек, у него уже голос начинает похрякивать, да, начинает шершавость на голосе появляться, зачастую частота интонации тоже падает, начинаются вот такие как бы неприятные несоответствия гармонии, а поскольку мы стоим на сцене, и нам это не слышно, голос улетел, и все, контроля нет, то вот как бы потом на записи это все вылезает и становится обидно за, так сказать, то, что мы не смогли сделать в тот момент. Поэтому для открытых пространств я рекомендую не увеличивать силу голоса, а по возможности пользоваться техническими средствами, хорошей настройкой микрофона, да, хорошей подзвучкой, если у вас такая возможность есть, все-таки старайтесь стоять поближе к
колонкам, которые осуществляют позвучку, то есть ваш саундтрек, например, у вас там идет или ваша группа играет. И поэтому, если вы работаете в, допустим, акапелла или у вас нету подзвучки никакой, то усиливайте за счет резонаторов, особенно высоких и средних частот. То, что мы когда говорим о центре звука, да, это ближе к маске, ближе к улыбочной части, ближе к ноздрям. Вот этот высокие и средние частоты в голосе, да, больше металла добавляйте, не матируйте звук. Если вы работаете низкую часть вашего диапазона, где, в общем-то, мало этих высоких частот, да, очень трудно, работаете на горле, тоже можно добавить немножко здесь выпуклости, да, текстуры голосовой, если вы работаете на горле, это сразу увеличивает сигнал, да, подачу. То есть работаете не широким звуком, а более узконаправленным, скомпрессируйте его и повысьте вот частотность, да, вот эти детальности этого звука. И также очень хорошо работает, если вы увеличиваете произношение дикции, да, более качественно, более твердо, опираетесь на согласные звуки. И старайтесь делать упор на короткие фразы, потому что короткую фразу легче подать, да, подача короткой фразы, она, опять же говоря, о компрессии, скомпрессирована, легче летит. Дальше, полетнее звук. Длинную фразу сложнее скорректировать, да, особенно когда вы плохо себя слышите, скорее всего, она может куда-то провалиться или перегрузить голос, то я бы рекомендовала работать с более короткой фразировкой, дышать, расслаблять связки и выдавать более яркий звук в пространство. Я надеюсь, что вам это поможет. Если все еще есть вопросы, на которые необходимо ответить или как-то уточнить какие-то детали, буду рада посодействовать. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете, и приходилось ли вам работать со сложностями таких вот пространств, акустических ситуаций, которые вы успешно решили. Делитесь своим опытом. Всего доброго и до новых встреч!